Слава Богу за Его присутствие. Аллилуйя. Сегодня мы пойдем в учение, потому что это очень важно. Я знаю, что у вас есть прекрасные, благословенные учителя, но мне сегодня выпала такая честь послужить вам. Поэтому я буду служить Словом Божьим. И я имею полную ответственность, потому что для каждого из нас есть заповедь. Говорит ли кто, говори как? Слова Божьи. Если я буду что-то говорить от себя, от ума, от фантазии, какого-то старого неверного опыта, то я подлежу нарекания. Почему? Да будет у вас да-да или нет. А сверх этого от кого? Не давайте место для. Поэтому я постараюсь быть в пределах Слова Божия и знаю, что на Слово Божие приходит всегда Дух Святой. Если ты веришь, скажи громко «Аминь». Аллилуйя. Итак, друзья, сегодня мы будем говорить с вами место Священного Писания. Пожалуйста, давайте мы посмотрим. Первое – это второе послание Тимофея, апостола Павла, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу при готовлен. Итак, очень важно, это крик души. Я просто верю, что это крик сегодня Святого Духа для каждого из нас. Слушай, ты Божий человек, но ты должен быть совершенный, ты должен быть приготовленный, потому что, вы знаете, не знаем ни дня, ни часа, когда придет на что? Господь. И мы должны быть готовы во всякое время. Если вспышки, если какая-то эпидемия, Бог рассчитывает на тебя и на меня. Слушай, я тебя вскормил, я тебя воспитывал, я в тебя вложил твердый дух, и потом пришло время не играть в церковные игры, а встать и стоять за города Бога нашего. Аминь. Поэтому это очень важно знать Господа, знать Его присутствие. И здесь Библия нас подчеркивает и подводит всех, чтобы мы были готовы. Мы были совершенны в Словом Божьем. Мы действительно были как солдаты на чеку. Когда Дух Святой позовет, мы сказали, вот я готов, пошли что? Меня. Но очень плохо, когда, вы знаете, мы еще не собраны, мы еще не подготовлены. Все, что было с народом израильским, это я просто верю, что это из прообразы для каждого из нас. Когда было время, надо было выходить из пустыни и совершать работу, они были все припоясаны. На них была и обувь, и одежда, и они были на чеку. Как только протрубил рог, они пошли, и никто не остановился. Если бы они остановились, возможно, были препятствия, были проблемы и еще что-либо другое. Я сегодня бы хотел поговорить, вы знаете, я просто верю, что, знаете, когда нам очень приятно, когда мы где-то едем, и вдруг кому-то плохо, и рядом есть госпиталь. Мы можем остановиться, побежать туда, и там есть опытные врачи, которые просто узнают диагноз твоей болезни, они просто возьмут тесты и могут тебе чем-то помочь. Поэтому, друзья, сегодня Церковь Иисуса Христа, это и стоп утверждения истины. Аминь. Есть такая христианская песня: «О, друг, иди куда? На кладбище? Иди в бар, иди туда». Нет. «О, друг, иди в церковь». Какую? Живую. Почему? Там утешение, там благословение. Господь не просто говорит, я создам что-нибудь. Нет, я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют. Ты веришь в это? Поэтому я хочу сказать, чтобы сегодня в церкви Божьей не были люди незнайки. Я не знаю, а я не научен. Нет, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу что? Приготовлен. Поэтому для того, чтобы сформировать церковь, для того, чтобы каждый понимал, знал, вы знаете, Бог в церкви поставил и апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей для созидания, для духовного роста. Поэтому извини, пожалуйста, если ты 5 лет пропалил, просто напросто приходишь, садись и так дальше, и все на второй год остается, остается и остается. Нет, нету знания, нету откровения, нету видения. Это проблема не в Боге. Проблема даже не в этой книге Библия, но проблема в тебе. Или ты прилежный ученик, или ты просто так, как перекати поле. Сегодня здесь, а завтра там. Поэтому Бог этого не хочет. Он хочет, чтобы хромлище не совратилось, но во имя Иисуса сегодня исправилось. И весь народ скажет аминь. Да будешь ты благословен. Итак, друзья, очень важно. Вы знаете, когда мы поступаем на какую-либо работу, вы знаете, мы должны все, без исключения, пройти некий тест. Я не знаю, как здесь называется, но у нас есть CPR, есть First Aid. Это вещи, которые меня учат, как я должен оказывать человеку помощь. Для этого выдается человеку license или сертификат, или просто разрешение. Поэтому, что бы ни случилось, на нашем рабочем месте, вы знаете, нас инструктируют. Приезжают люди опытные, они говорят, слушай, если человеку стало плохо, пожалуйста, не надо сыпать соль на раны. Нужно, вы знаете,
рану промыть, нужно приложить старание, нужно человеку помочь. Если обморок, пожалуйста, не надо что-то, какую-то горячую там, значит, что-то прилагать. Нет, надо лед, надо холодное. Почему? Потому что сосуды сужаются и так далее. Нас опытные врачи инструктируют, учат, чтобы на рабочем месте мы могли оказать хотя бы профессиональную помощь для того, пока не придет скорая помощь. Аминь. Поэтому сыны века сего, кто-то подчеркнул, догадливый сынов света в роде своем. Мы христиане, мы лидеры постоянно, потому это слово Дух Святой положил сегодня для каждого из вас. Вы должны быть совершенны, вы должны быть припоясаны, вы должны знать, как должно поступать в Доме Божьем. Не то, что собралась молодежь, молились за одержимого, ну что, бес выходит, нет. А что вы сделали? А мы тело вместе с бесом в окно выбросили, так дальше. Ну что, достал уже, надоело, дальше. Не выходит, значит, с телом уйди. Неправильно, это неправильный путь, поэтому мы должны знать, как должно поступать в Доме Божьем. Наша сегодня брань не против тела, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Аминь. И потом, пожалуйста, никакой институт, вы знаете, научно-технический прогресс этих вещей не научит церковь. Есть столб и утверждение Божьей истины. Весь народ скажет аминь. Поэтому ты попал сюда не просто так транзитом. Ты попал сюда, чтобы сформироваться, научиться, получить Божий сертификат и пойти в этот мир и спасать грешников для Иисуса. Аминь. Вот к этому призвал нас Господь. Поэтому сегодня Дух Святой я возьму немножко времени, чтобы на основании Слова Божия, вы знаете, разложить, разжевать и принести вот эти Божьи ответы, которые не я придумал, а написаны на страницах Священного Писания. Слава Богу! Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы поняли, что любой человек, который приходит на рабочее место, его обучают, ему показывают, рассказывают, чтобы он правильно поступал на предприятии. Дальше. Мы все без исключения видим на своем рабочем месте, вы знаете, вот такую коробочку маленькую. Называется она медицинская коробка. Так же? Или аптечка, то здесь есть все необходимые вещи. И вы знаете, я не знаю, ну ГАИ, инспекция, она предупреждает всех, чтобы водитель имел в машине вот эту вещь. Да какая разница? У меня монтировочка на всякий случай, понимаете, да. У меня денежка из канистра с бензином. Зачем мне эта вещь? Зачем? Понимаете? Но она нужна. Не ты, так где-то ты увидел автокатастрофу, ты увидел еще что-либо, ты должен по тормозам. И знаете, клятва Гиппократа, она предупреждает, что едет доктор за рулем, он спешит, как ему дела, но он обязан нажать на тормоза, остановиться и оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. Аминь? Так должно быть. Тем более мы христиане. Вы знаете, в моей жизни были многие моменты, когда я игнорировал, когда Бог меня взрастил, учил, и знаете, я думаю, Господь, я твой служитель, я тебе обещал, и я прохожу, вдруг смотрю, вот там водопивной бочкой человек, начинает его, вы знаете, какие-то вещи пробивать и так дальше, и все люди, кто-то воду поливает, кто-то стоит, крестит и так дальше, а я прохожу, думаю, ну что, это твоя работа. Да неудобно, я же такой человек, я же немножко такой, знаете, крэзи Христа ради, да. Я начну молиться, шабарабаба, и так дальше, кто-то, люди подумают, ну что, Борь, это не твоя проблема. Ты делай то, что можешь. И освобождай дух, понимаете? Духом побеждай. И знаете, я закрываю глаза, Господи, да будет так. Становлюсь на колени во имя Христа. Смотрю, мне не важно, что они смотрят, что они наблюдают, как они говорят. Вы знаете, во имя Христа, дьявол, убирайся вон. Просто совершай молитву. И сила Божия приходит, человек открывает глаза. Что со мной случилось? Я говорю, да ничего, все нормально. Как что? Кто вы такой? Я христианин, я верю в Бога. Вот так. То есть ты должен принять Господа, ты не должен заниматься грязными делами. Вот там есть Юго-Восточный 19, добро пожаловать, приходи туда. Аминь. Поэтому очень важно, коротко скажи информацию, это дальше, и человек понимает, и человек знает. Поэтому, друзья, очень важно, в нашей судьбе жизни мы должны поступать правильно, как учат нас в Доме Божьем. Аминь. Поэтому сегодня я бы хотел с помощью Господа посмотреть. Итак, эта птичка, она что-то имеет, и в конце мы немножко поговорим. Итак, друзья, первое, что говорил Иисус Христос, или что говорил апостол Павел. Давайте посмотрим, слайд номер такой написан. «Чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живаго, столб и утверждение истины». Итак, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. К великому сожалению, без откровения свыше народ что? Не обузен. И без откровения народ свыше что? Падает. Не имея ведения, вы знаете, друзья, мы терпим катаклизмы, мы терпим неприятности в судьбе жизни, пришли какие-то большие вещи, а как их делать, что нужно решать? Я пойду к пастору, а пастора, извини, нет, он уехал по делам. Я пойду к сосуду Божьему, сосуд тоже вакейшн взял, уехал куда-то. В чем дело? Возови ко мне, и я отвечу, аминь.
К Богу нужно взывать. К Нему надо обращаться, и Он даст тебе помощь свыше. Поэтому, что говорил Иисус? Он, прежде чем нас посылает на служение, сегодня хорошо кто-то из пастырей сказал, я вас посылаю, как овец среди волков. Господи, да там волки с такими клыками, с такими когтями. Что я буду маленькой овечкой делать? Но ты забываешь другую часть медали. Я буду с вами. Мой посох и мой жезл будет что? Оберегать тебя. Аминь. Поэтому, знаете, волки, они, возможно, знаете, а вот овечка только, а там жезл. Кто следующий? О, и так дальше. Почему? Пастух сказал, я буду с вами во все дни жизни до скончания что? Века. И какая ни была стая волков, борзых или лютых, там есть пастух. У него в руках говорит, слушайте, у меня есть вещи. Я знаю, как смирить ходящего города. Аминь. Поэтому очень важно в нашей жизни просто доверяться и уповать на Господа. Аллилуйя. Поэтому, друзья, в этом плане я хотел, чтобы Иисус сказал, придите ко мне. Очень важно, посмотрите. Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас. И дальше научитесь от меня. Итак, первое. Сегодня, друзья, все мы без исключения должны научиться. Иисус же, слушайте, я хочу вас научить неким вещам. Знаете, ни чудеса делать, ни знамения, ни пророчества. Это вещи будут. Я об этом не переживаю и много не думаю. Потому что, знаете, когда мы говорим истину, когда мы проповедуем Божий Евангелие, мне не надо переживать. Здесь мне много людей, когда мы ездили на евангелизацию, нам говорят, слушайте, а у вас есть откровение, а у вас есть сила Божия, а зачем она? Она будет за нами следовать. Как? А как написано, у верующих меня будут сопровождать эти знамения. Когда мы несем Евангелие Божие, аминь, чудеса и Божие знамения, они подтверждают ту истину, которую мы проповедуем, она есть истина, аминь, и Бог приходит, знаете, и делает свою работу, слава Богу. Поэтому нам об этом переживать не надо. Не надо, чтобы чудеса и знамения шли впереди, а Слово Божие где-то там на затворках. Вы знаете, не ставьте телегу впереди лошади. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, аминь. Поэтому вначале Слово, а все остальные вещи, они будут идти за тобою, подтверждая, что твои слова есть истина, твои слова есть учение Божие и евангельское учение. Аминь. Очень важно, к этому призвал нас Господь. Поэтому первым он сказал, научитесь меня. Господь, чему? Научитесь кротости, ибо я кроток и смирен сердцем. Вы знаете, сегодня многие люди хотят научиться хорошие вещи. Да, чудеса творить, знамения, я не против них. Но если во мне не будет духовной балансировки, если я внутренне не сформировал свой характер, если я не имею образ Иисуса Христа, вы знаете, если у меня действительно нету этого якоря, если я внутри, вы знаете, действительно не понимаю, что я раб, ничего не стоящий Иисус, без тебя большой-большой круглый ноль, поэтому всю славу воздаю тебе. Вы знаете, если у нас не будет вот этого основания, вы знаете, дьявол нам поставит подножку. Там где-то нас подымут, о, ты брат помазанник, такой, да-да-да-да-да, ушел в канализацию буквально, это дальше. Поэтому, знаете, дьявол знает, как запачкать, выпачкать. Поэтому, знаете, мы, христиане, к великому сожалению, вы знаете, мы мало говорим. Вы знаете, мы мало хвалим людей. Христос понимал, говорит, слушайте, мы, христиане, к великому сожалению, вот ваше имя пронесут. Как что? Бесчестие. К великому сожалению, есть знатоки, которые могут обложить тебя навозом. Аминь. Поэтому, знаете, Бог это не делает. Слушай, нормально, хорошо двигайся, плохо, покайся, твори правду и истину. Поэтому в этом плане научиться это время. Может, это будет год, может, это будет два. Но когда ты заходишь за закрытую дверь, когда ты молишься Богу, Боже, научи меня, и Бог тебя сформирует. Ты приходишь в команду служителей, пастора, я хочу трудиться, помогите мне. И они, вы знаете, не берут тебя в команду. Слушай, хорошо, начни вот это. Они дают тебе поручение и смотрят, как ты будешь. Ой, я хочу там за бесов. Подожди. Там протери, убери, в туалете порядочек сделай, так даже бумажки собери. Вы знаете, когда ты проходишь этот момент, и может год, может два, ты знаешь, внутри у тебя балансировка. Ты говоришь, Господь, беспрекословно. Адам, беспрекословно. Заставляю себя беспрекословно. Это молчать. Кто в армии служил, тот знает. Приказ обжалованный что? А если неправильно он сказал, это не твое дело. Приказ обжалованный не придет. Библия говорит, беспрекословно. Меньшие благословляются кем? Большим. Поэтому, извините, пожалуйста, у Бога есть принцип. Если мне старшие священники говорят, мы должны исполнять. А кто над ними? А над ними есть пастырь, а кто? И он знает, как нам лозинка дать, если мы неправильно поступаем. Аминь. Бог прекрасный, Он чудесный, Он нас формирует и воспитывает. Поэтому, друзья, в этом плане надо год-два, может три научиться, сформироваться. И когда ты научился от Иисуса кротости и смирения, пойми правильно, чтобы не творились чудеса, знамения, и такие вещи в жизни происходят, ты говоришь, я раб и раба, ничего не стоящий. Иосиф не был таким большим, крутым, великим, вторым по фараону, но когда
призвал фараона, он сказал, слушай, прочитай мне, изъясни, ты ли это? Он сказал, это не мое, это Божье. Аминь. Он не возгордился. Друзья, почему иногда мы не можем прорваться на горы преображения? А потому что Бог видит нашу мотивацию. Бог видит наши сердца, что мы еще духовно не сформировались. Что где-то мы, знаете, на таких вещах, знаете, только и я. Если будет много людей, буду проповедовать. А если 5 человек, ты что, зачем будет? Ну ты не знаешь, что ты 5 человек, которым ты будешь говорить, завтра они вырастут и будут как апостолы, они перевернут весь мир. Аминь. Ты не видишь, ты и так дальше. Поэтому, знаете, мы должны верны оказаться в малых или в больших вещах. И весь народ скажет аминь. Итак, первый этап, это когда мы учимся от Иисуса, когда мы учимся за закрытыми дверями, когда мы молимся, когда у нас контакт с Богом, когда мы получили силу, власть, вы знаете, и мы приходим в церковь. И в церкви мы начинаем уже служение. Вначале я должен учиться, сформироваться, а после уже служения, я уже служу ближнему. Я не стесняюсь склонить колени, омыть кому-то ноги, с кем-то поговорить, побеседовать, вы знаете, и до кого-то попаститься, молиться. Это уже служение. Поэтому, друзья, в этом плане второй я бы хотел посмотреть, как написано. Итак, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча всему, что я повелел вам, и я с вами во все дни жизни до скончания века. Итак, второе, это когда ты уже учишь. Итак, вначале надо научиться самому, а дальше учить. Как и сказал апостол Павел в послании, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, спасешь кого вначале? Себя, а после слушающих. Поэтому, друзья, первый этап – это духовная школа. И, к великому сожалению, если ты за 3, за 4 года не сформировался, если ты не оставил младенчество, а все еще играешь в церковной машинке, какие-то капризы и так дальше, шалости у тебя проявляются, непостоянные. Тебе сказали, слушай, приди на 7 на молитву, ты приходишь 20 минут. Где ты был? Да я там. Вы знаете, друзья, это порок. Я вам честно говорю, для наших священников, для служителей это порок. Нужно покаяться. Господь, не просто мои шалости, а просто, Господь, я неверный малым. А какие вещи ты получишь? Да не получишь. Поэтому да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу. А к молитве на 7? Да прега. Аминь. Поэтому, знаете, мы должны собираться, мы должны показать пример, потому что за нами стоят люди. И если мы где-то филоним, где-то мы неправильно поступаем, вы знаете, мы антиреклама для них. Они не видят нас образец для подражания, поэтому очень важно, когда мы припоясаны, мы подготовлены, мы говорим то, что чем и живем. Аминь. Это будет прекрасным, чудесным свидетельством и благословением для ближних. Итак, друзья, очень важно, я бы хотел, чтобы мы посмотрели, вы знаете, иллюстрации, о чем говорит Священное Писание. Вы знаете, Иисус привел нам одну притчу. Она написана Лука, 10 глава, 30 стих. Иисус сказал, что один человек шел из Иерихона в Иерусалим. И когда он шел, по пути напали на него разбойники. Они сняли с его одежду, они его избили изранее, или 2, оставившие в живых, положили на дороге. Вы знаете, вот такую картину Иисус сказал. Конечно, я не хочу вам богословки объяснять, вы пастора, вы все прекрасно знаете, что это прообраз. Когда человек, знаете, Иерусалим – это образ церкви, Иерихон – это образ мира. И понимаете, поэтому, когда человек выходит из церкви, да, ничего, здесь не надо, я пойду и так дальше. Знаете, он вышел и пошел. Конечно, он уходит от охраны грады. Он уходит от Божьего благословения. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся. Но когда он уходит из церкви, вы знаете, приходит посольство злых ангелов. И бес его караулит. И там, где-то на дороге, они нападают на него, изранили, избили, снимают одежду, все украли, все растащили и оставивши едва живого на дороге. И послушай внимательно. И в этот момент что-то происходит. Вы знаете, когда Иисус привел эту притчу, то возник вопрос, а кто мой ближний? Кто мой ближний, Господь? Кто мой ближний? Я не знаю этого самарянина. Даже имени его не написано. И тогда же, ну, напали на него разбойники. Ну, какая мне разница до него, Господь? Ну, если там моя теща, мой там тесто, мои родственники. Да, я вписался, я бы заступился. А это чужой человек. Вы знаете, это неправильный образ мышления. Иисус хочет, чтобы спаслись какие люди? Все. И этот израненный, и он, все, без исключения. Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели. Итак, первое. По случаю один священник шел той дорогу. Увидев его, прошел мимо. Послушай, священник, который прошел мимо, только взглянул в незнакомое лицо. Вы знаете, он поступил неправильно. Этот священник, который, вы знаете, имел при себе елей.
Вы знаете, он был служитель. Он у алтаря клялся: Господь, я буду твоим служителем. Боже, употребляй. Боже, меня используй. Я тебе даю обещание служить. Вы знаете, вы лидеры, вы без исключения все говорили у алтаря, перед служителями, перед церковью: мы пойдем, мы будем стоять за города Бога нашего, мы не будем дезертиры, мы не будем покидать молитву на поле, мы будем сражаться за города Бога нашего, за наши семьи, за наших жен, за наших детей. Я и весь мой дом, мы будем служить Господу. Мы это говорили, мы это, знаете, в молитве Богу объясняли, и Бог услышал. Но послушай внимательно, в твоей жизни, рано или поздно, я тебе просто пророчески хочу сказать, будет тест, когда ты будешь проходить, и на твоих глазах будет нужда. Что ты будешь делать? Господь, я хочу быть в большой команде. Я хочу быть международным служением. Боже, слушай, я тебя испытаю на твоей улице. Я испытаю тебя на твоем том месте, на том тротуаре, где ты ежедневно проходишь. Будет картина, которая была тогда. Иисус сказал: смотри, поступай так. То есть в твоей жизни будет точно такой же момент, точно такая ситуация, как ты поступишь. И поэтому смотрите, друзья, что было. Он подошел, он посмотрел и ушел. И поэтому, послушайте, Дух Святой дает ему свое обвинение. Обвинение этому священнику. Говорит ли кто? Говори как Слово Божие. Какое обвинение этому священнику? Послушай внимательно. Он нарушил то обетование, где пророк Иезекииль сказал пастырям, сказал нам, священникам, очень важное слово. Вы больную что делаете? Врачуйте. Угнанную что делаете? Возвращайте. И потерянную вы должны что? Искать. Вы знаете, это был долг священнический. Это был священнический долг. Он прекрасно его знал, как Отче наш на Иисус. Но вы знаете, он проигнорировал. Он прошел мимо. И в моей Библии написано так: кто разумеет делать добро и не делает тому что? Грех. Вы знаете, очень важно, но он нарушил, он проигнорировал и ушел. И потому обвинение ему было в его адрес очень важно. И раб, знавший волю господина, бит будет что? Больше. Поэтому он имел полное право остановиться. Он мог достать елей, знаете, и совершить молитву, помазать елеем больного во имя Господня. И написано: молитва веры исцелить болящего и восстановить его кто? Господь. Он имел полное право сделать, чтобы слава Божия пришла, чтобы сила Божия прикоснулась к этому человеку. Он проигнорировал: я очень занят, у меня храмовое служение, у меня там еще вещи, и прошел мимо. Боже, слушай, извини, если ты в малом оказался неверный, ты не сдал тест, не сдал тест. Давайте посмотрим на его друга, другого. Знаете, это был левит. Он тут также у него написано: на том месте был левит. Он подошел, посмотрел и прошел мимо. Вы знаете, такая же ситуация. Он подошел, глянул и ушел. Какое обвинение левиту? Давайте посмотрим. Вы знаете, Иисус говорит: я был нах, и вы не одели меня. Я был нах. Вы знаете, мы смотрим про этого человека, написано: разняли с него одежду и оставили его нагим. Он лежал. И священник, он имел полное право снять себя одежду и укрыть его, одеть. Он проигнорировал. Вы знаете, он нарушил этот пункт, о котором сказал Иисус: я был наг, и вы не одели меня. Давайте еще очень важное место Писания посмотрим, что написано. Книга Судей, 5 глава, 23 стих. Дух Святой записал эти важные слова: прокляните мироз и жители его за то, что они не пришли на помощь Господу. Я говорю вам как пастырям, вы знаете это место Священного Писания. Там было сражение. И эти жители, они не пришли к своим братьям. И если мы сказали: слушай, сам Господь сражается, придите. О, за Бога я пойду. Но Господь, а почему они не пришли к этим людям? Почему они не помогли? Они проигнорировали. Поэтому Бог говорит: слушай, если ты не пришел к нуждающему, Господи, а когда мы видели тебя таким, в темнице, больным, так, как вы сделали одному из наименьших, сделали кому? Сделали кому? Поэтому Бог говорит: слушайте, вы не пришли на помощь мне. А когда мы видели тебя, мы видели этих жителей. Нет, за этими жителями стоял сам Господь. Вы не пришли мне на помощь. Друзья, как в нашей жизни, когда мы видим ситуации, когда мы видим эти вещи, и знаете, когда нас в церкви учат, проходим тренинги, нас воспитывают, нам говорят: слушайте, пожалуйста, совершай служение на всяком месте. Иисус сказал: мои поклонники будут на всяком месте, везде, в Краснодаре и за Краснодаром будут. Поэтому делайте это дело. И мы, когда, вы знаете, игнорируем, мы попадаем под Божью статью. И поэтому в нашей жизни мы не состоялись. Снова на второй год. Снова в первый класс. Господь, почему так? Не сдал тест. Снова не сдал. И знаете, как народ израильский 40 лет бродили вокруг горы и никогда не пришли к совершенству, не вошли в покой. К великому сожалению, некто может быть таким же.
Много раз Дух Святой тебя подводит к этой ситуации. И ты, а ладно, так, вот кто-то, и ушел, и второй, и третий. И ты знаешь, и все на второй год. И никогда не помазан елеем свежим. И никогда не в команде Божьих генералов, а где-то там на побегушках. Где-то там что-то, Господи, да уже устал, уже и борода растет. Уже и дело, уже закат идет в моей жизни. Почему? В малом неверны, над большим что? Не поставь. Поэтому давайте будем мудры и благословенны в этом плане. Итак, друзья, я бы хотел, чтобы мы посмотрели. Вы знаете, некто самарянин, который проезжал, написано, нашедши него, он оказал ему милость. Он взял, раны перевязал, он изливал туда вино, елей, он потащил его в гостиницу, дал содержателю и сказал, слушай, пожалуйста, если что-то еще больше нужно, я возвращусь, я дам. Иисус сказал, кто из них поступил правильно? Конечно, они сказали, тот, кто оказал ему милость. Он сказал, иди и поступай так же. Иди и поступай так же. А сейчас я подхожу к главному моменту. Вы знаете, апостол Павел говорит, чтобы если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Мы подходим очень к главному моменту. Послушайте, послушайте, братья и сестры, послушайте, лидеры и пастора. Мы сегодня, церковь, это есть Дом Божий, это есть больница, это есть госпиталь. И поэтому сегодня современная медицина, они употребляют два вида лечения. Первое, это, вы знаете, это профилактика. И второй метод – это терапия или хирургия. Итак, давайте коротко поговорим о профилактике. Профилактика, она предупреждает. Вы знаете, Минздрав предупреждает, что курение вредно для здоровья, что наркотики, такие вещи, они вредно, ты погубишь. То есть есть момент профилактики, где предупреждение, где мы говорим. Вы знаете, сыны века догадливы сынов света в роде своем. Мы христиане, вы знаете, мы пастыря. Бог нас поставил с церкви. Не просто, вы знаете, рассказывать какие-то вещи, но мы должны действительно говорить правду, истину Божию. Аминь. Апостол Павел сказал служителям, служите, христиане, пастыря, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Поэтому, знаете, мы должны сегодня возвещать, учить, говорить, где добро, где зло, где свет, где тьма. И поэтому, знаете, есть место Писания, давайте посмотрим, что Библия говорит о профилактике. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было среди вас, вы знаете, блудника или прелюбодея или нечестивца, который, как Исав за одну снедь, отказался от своего перероста. Вы знаете, Библия нам говорит, слушайте, вы должны увещевать, вы должны наставлять. Друзья, это профилактика. В последнее время я хочу сказать, что Иоанн видел эту картину, апостол Павел видел, что в последнее время многие христиане пойдут в пустословие. В пустословие. Да, трудно христиана поймать на блуд, на пьянки, на гулянки, на разврате. Мод умалишенный пойдет на это дело, но настоящий христианин, он хранит себя. Но дьявол, как я уже говорил, опытные разведчики горели на самых мелочах. Вот так нас дьяволуют в мелочах. Когда мы пустословим, написано, слово ваше да будет приправлено с благодатью и солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Аминь. Поэтому дьявол нас ловит пустословие, когда мы байки говорим, анекдоты, шутки, прибалутки и так дальше, начинаем какие-то вещи. И знаете, люди, которые видят нас священника, помазанного Божьего человека, любой вопрос, он возводит к Богу, и дух откровения, дух ведения, вот так Дух говорит, так Бог говорит, я тебе свидетельствую. Знаете, от его сердца люди получают ведение, знание. Я вчера говорил, как светофор. Мы как пастыря, мы как Божьи светофоры. Когда человек приходит, пастор, мне это проблема, что нужно? Ты молишься, Господи, дай доброе ведение и откровение научи. И Бог тебе говорит, слушай, ты еще не созрел, тебе нужно в молитве. Ты говоришь, слушай, тебе, я вижу в духе красный свет, нужно воздержаться. А другому, слушай, тебе зеленый, это время благословения. Женись, выходи замуж, хватит тебе одевать маски, маскарады. Я еще потружусь, как апостол Павел, ничего, женись, выходи замуж, иначе дьявол тебе, то есть, ты имеешь свет этому человеку, юноше, девице, зеленый свет, ты священник, от твоих уст народ ищет ведение, аминь, вот это необходимо, вот точно так же, друзья, точно так же, когда в нашей жизни бывают моменты, трудности, мы должны правду говорить всем, поэтому написано, вразумляйте кого? Бесчинных. Послушай, а если этот мужчина, тот человек, которого надо вразумлять бесчины, он богатенький, Буратино. У него денежки есть. И вы знаете, у меня какая-то проблема. Он говорит, слушай, пастор, я тебя могу покормить. Пошел, покормил. А я вижу, потихонечку начинает песто попивать. И так дальше. Но он меня подогревает, он мне чем-то дает. И так дальше. Он на машине подвезет. Что тебе делать?
И я как пастор, вот я сегодня говорю вам практические вещи. Я должен подойти и сказать: слушай, я тебя люблю, ты хороший брат, но поступок твой нехороший. Давай сделаем так, наша дружба будет честна. Пьяница, Царство Божие, что? Не наследует. Если ты не оставишь попивать бир, я с тобой приветствоваться не буду. Джеби, устади тебя. Хорошо? Все. Нормально. И если он искренний человек, он скажет: слушай, молодец, пастор, настоящий мужик, настоящий христианин. Все мне льстят. Почему? Кому-то 20 очков снял, кому-то подогрел, все нормально. О, хороший Париж. Да ты что, он крутой, нормально. Без него. Понимаете, от Иисуса уходили люди. А не хотите вылететь? Господь, да ты что, у нас же... Не хотите, мне не надо толпа, мне нужны верные люди. Аминь. Поэтому, друзья, мы должны быть искренны, мы должны быть богобоязненны. Если вразумлять бесчинных, мы должны вразумлять. А если он, неважно, кто он, я должен поступать правильно в Доме Господнем. Это из профилактики. Аминь. Если я вижу, что молодежь встречается, целуется, обнимается, это дальше, и я знаю, что это вроде церковные люди, они такие богатенькие, или они в церкви что-то делают, вроде сказать, они уйдут в другую церковь, и это дальше. Ну что делать? И да ладно, там моя хата с краю, я ничего не знаю, промолчу. Бог говорит: слушай, ты неверный, ты не сдашь тест, останешься на второй год, и это дальше. Будешь баночки собирать, а не проповедовать Евангелие. А за что, Господь? А потому что ты не обуздишь людей, а ты не говоришь правду. Поэтому возьми смело молодежь. Молодежь, нормально, женитесь, выходи замуж, но обниматься, целоваться, блудить – это есть грех. Блудники Царство Божие не наследуют. И весь народ скажет: аминь. Вот к этому нас призвал. Мы не должны быть лицеприятны. Мы не должны одевать маску хамелеона. Мы не должны угождать людям. Вы знаете, мы должны угождать Господу. Аминь. Очень важно. Вы знаете, и я хочу сказать, вы, как искренняя церковь, как люди Божии, вы скажете: пастор на своем месте. Да. Вы знаете, он иногда без обеда остается. Иногда ходит в латаных брюках, но он неподкупный. Его не купишь, не продашь. Он стоит за заветы евангельского учения. Аминь. Вот к этому призвал нас Господь. Поэтому, друзья, апостол Павел говорит: слушай, последние времена будут тяжкие. Люди будут надменны, горды, родителям непокорны, неблагодарны, имеющие вид благочестия, но силы духовные отречутся. Не иди. А что с ними делать? Таковых людей что? О, таковых людей что? Так они же... Неважно, что они большие, богатые, удаляйся. Почему? Это зараза. Вы знаете, это нехорошие люди. Это духовный позвен. Он придет. Он, это закваска мало. Она заквасит всю церковь. Да не будет так. Удаляйся. К этому призвал нас Господь. Вы знаете, я хочу сказать, что священникам, настоящим пасторам в сегодняшнее время быть тяжело. Почему? Ты должен быть чистый, кристальный. Вот идет я с мира. И во мне, ни в моей жене, ни в моих детях не имеет ничего. И весь народ скажет: аминь. Вы знаете, мы должны правильно поступать в Доме Божьем. Поэтому сегодня лидеры, пастыря, сегодня это слово от Господа для тебя и для меня. У тебя не будет извинения, Господь. Я не слышал. Он сказал: слушай, я прислал голос вопиющий, говорящий. Это был Божий голос, который сказал: остановись на пути, перестань лицемерить, перестань угождать людям, начни угождать и исполнять мое священное Евангелие, и я буду с тобой. И весь народ скажет: аминь. Вот к этому призвал нас и призывает нас Дух Святой. Поэтому, друзья, мы должны вразумлять бесчинных, мы должны останавливать этих людей. Это время, вы знаете, профилактики. И поэтому послушайте еще внимательно место Священного Писания, что написано: кто приходит к вам и не приносит сего учения, такого не принимайте и не приветствуйте, ибо принимающий его или приветствующий его участвует в злых делах его. Аминь. Вот так Слово Божие учит. Поэтому послушайте, если мы видим людей, которые имеют лжеучения, неправильные вещи, ну вы знаете, этот человек вроде на нашей стороне. И вы знаете, послушайте внимательно. Мне как-то Борис Георгиевич Юсупов рассказал пример. Я запомнил его. Знаете, вот у меня был друг хороший, который занимался евангелизацией, проповедовал, молился. Но однажды я не вложил в свою жену, я не позаботился, чтобы тыл был защищенный. И однажды к этому прекрасному человеку в однажды субботу постучали некие люди. И они пришли, мужа не было дома. Жена их пригласила, хотя он сказал: дорогая, пожалуйста, никого в дом без меня не приглашай. Ты замужем. Замужем. Не впереди мужа, а замужем. Вы знаете, но она проигнорила, открыла калитку, пустила людей. Они сели, чаек говорили, беседовали, учили. И вы знаете, кидали яд, кидали духовную отраву в ее сердце. И поэтому она не была сильна в евангельском учении. И поэтому, вы знаете, нахваталась, вы знаете, вот этой нехороших вещей. Это не в здравое учение. И вы знаете, оно пришло. Оно пришло и дало ростки. И приходит время, когда они встречаются вместе. И вот как дела, брат? И он заплакал. Плохо. Почему? А потому что моя семья разрушена. Да, мы друг друга уважаем, мы вместе в одном доме, кушаем за одним столом, но общение духа у нас уже
нету. Дьявол бросил. Поэтому послушайте сегодня, уважаемые жены, лидеры и пастора. Если в вашу церковь и в ваш дом придет лжеучитель или человек другого учения, послушайте, это не я сказал, не Папа Римский, но это Дух Святой говорит через Слово. Таковых людей не приветствуйте и таких людей дом свой не принимайте. Весь народ скажет аминь. Потому что это люди приносят отраву. Они приносят духовный яд, и который принесет отраву твоим детям и, там, и другим. Поэтому Бог это не хочет. Поэтому, друзья, первый час – это профилактика. Это профилактика, которую мы должны учить, вразумлять, наставлять. И нам много Библия говорит, таковых людей удаляйся, таковых людей вразумляй. Еретика поры после первого и второго вразумления, что отвращайся. Такой развратился и грешит, будучи самосужденным. Поэтому, друзья, мы не должны всем угождать. Мы не должны перед всеми на коленках стоять. О, пожалуйста, приди и так дальше. Вы знаете, Иисус сказал, не хотите или вы отойти от меня. Аминь. Поэтому очень важно, мы должны говорить правду. Евангельское учение. Тот, кто рожден свыше. Как Иисус сказал, кто от Бога рожден, тот узнает учение, от Бога оно или нет. Аминь. Поэтому очень важно, друзья, нам сегодня стоять на передовой. Не уходить ни направо, ни налево, но стоять за города Бога нашего, стоять за Божие евангельское учение. И написано, что служитель Божий должен быть сильный, наставлять в здравом учении и противящийся, что? Обличать. Извините, пожалуйста, мы в церкви по-другому делаем. Бывают такие моменты, когда кто-то приехал друг, брат, 20 лет тому назад, я знал его когда-то, вместе в окопах сидели, вместе молились, вместе бесов изгоняли, но за это время он остыл, охладел. Вы знаете, он действительно Христа продал, вы знаете, просто ходит, шатается по церквям, делает нечего, хвалится. А вы знаете, 20 лет тому назад я совершал служение, старые вещи, говорит. И знаете, его пустили на служение засвидетельствовать, просто по-братски. Он взял микрофон и начинает грузить церковь. И, знаете, вроде неудобно сказать, что делать. У нас другой вариант есть. Вы знаете, когда лидеры сидят напереди, и мы их научили. Ребята, вы знаете, что такое молиться? Знаю. И поэтому, пожалуйста, только молимся. И начинаем молиться. Шим-бара-бара-бара. В этот момент вся молитвенная группа, 40 человек. О, Господь начинает молиться и так дальше. И церковь молится. И этот человек, который с микрофона вышел, вроде, да неужели благодать такая сошла? Помолимся тоже. И на колени все. 5 минут помолились, все, он ушел. Аллилуйя, наша победа. Аминь. Аминь. Поэтому мы должны как знать, как должно поступать в Доме Божьем. Дай ему микрофон, 2 часа проговорит, нагрузит вас и так дальше. И вы идете не с верой, с суеверием, с суррогатом и так дальше. Поэтому к миру призвал нас Господь, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И весь народ скажет аминь. Поэтому будьте благословенны и будьте помазаны. Итак, друзья, очень важно. Я бы хотел, чтобы мы еще раз посмотрели. Второе, это хирургия. Это хирургия, когда, друзья, уже бесполезно говорить, увещевать, наставлять. Написано, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Я знаю, что ваши пастора, замечательная команда, они с удовольствием вразумляют, наставляют. Но, братья, не всегда это работает. Бывают моменты, когда доктор смотрит, взял анализ, услышал, у тебя гангрена. Уже бесполезно. Таблетки тебе дают, профилактика не поможет. Тебе нужна ампутация. Тебе нужна хирургия. Тебе нужна терапия. Вы знаете, вот эту ногу ты должен оставить. Да, я потеряю ногу. Но ты жив будешь. А если 2 ноги? Господь тебе... Отпоем. Отпоем. Избирай, жизнь или смерть. Жизнь хочу. Потеряешь ногу, но без ноги. Войдешь в Царство Божие, там будут ноги. Аминь. У Бога есть много ног для тебя. Аллилуйя, в Царстве Небесном. Поэтому, друзья, есть вот такой вопрос, прекрасный, благословенный. Это хирургия. Вы знаете, послушай внимательно, что Библия говорит относительно терапии или хирургии. Послушай внимательно. Но я написал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом или сестрой, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не ест вместе. Итак, что-то, это приказ. От кого? От Святого Духа. Итак, заключай все. На него не в действии твоя профилактика, твое вразумление, твои молитвы, посты. Бесполезно. Все, Бог поставил точку. Линия невозврата уже. Все. Послушай, что написано. Итак, извергните развращенного из среды вас. Аминь. Бывает такой момент, когда нужно человека лишить общества. А почему? А вот почему. Потому что если ты это не сделаешь, малая закваска, что? Квасит все тесто. Придет сюда человек, который начинает говорить хорошие, нехорошие вещи. Он одного нагрузил, второго, третьего, четвертого, пятого. И знаете, не будет уже руки не поднимать, лица опущены. Этот человек опасный человек для общества. Поэтому Дух Святой говорит, что и так извергните, отделите этого человека из среды вас. Удалите его. Почему? Это корень
всех зол. Это опасное положение. Такой человек, знаете, развратился и грешит, будучи самоосужден. Мы не имеем права, знаете, иначе поступать. Вот такой принцип или Библия. И давайте посмотрим, что Иисус Христос сказал. Очень важное слово. Написано: «Лучше тебе с одним глазом или рукой и ногою войти в церковь, в Царство Божие, нежели все тело будет ввержено в гиену огненную». Вот так Иисус сказал. Поэтому, друзья, извините, пожалуйста, да, но это и есть нога. Если это хороший евангелист, ну, залетел в блуд и так дальше, и мы с ним поговорили, побеседовали, а он втихаря начинает блудить и так дальше, но у него подвиги, ординаж. Господи, что с ним сделать? Кто называет братом? А? Кается? Нет. Он остается. Что делать нужно? Изверут эту ногу. Отныне, брат, ты не член нашей церкви Вифания, с миром Божьим и так дальше. Очень важно. А я рука, я дел. И рука грешить втихаря там какими-нибудь вещами. И рука должна. А глаз? Я видел видение Божие и так дальше. И Валаам видел, а умер как грешник, как отступник. И так дальше. Спасает не начало, а если начатую жизнь твердо сохраним до конца. И весь народ скажет: аминь. Друзья, это хирургия, Божья хирургия. Поэтому священники, пастыря, если мы просто играем в церковь, просто если, знаете, гладим человека по головке, есть же как его держать, вы знаете, мы проиграем. Войдет горький корень, и через этот горький корень осквернится все тело. А после непожарное, никто ничего не поможет. Бог, я оставил вам, и я прошу вас, чтобы вы знали, как должно поступать в Доме Божьем. Сыны века сего догадливы, врачи догадливы сынов Божьих в этом плане. Когда они видят ситуацию, реальную ситуацию, что человеку плохо, что человеку нужно сделать, знаете, ампутировать эту ногу или руку, или глаз и так дальше. Они идут на это, да больно, но ты будешь жить. Послушай, у тебя есть еще шанс покаяться. Без ноги, но войти в Царство Божие. Без глаза, но оставаться жив, нежели с руками, с ногами. Со своими причудами ты пойдешь в гену огненную, которую Бог приготовил не для человека, но для дьявола и ангелов его. Но как ты добровольно служишь дьяволу, он утащит тебя, и вы вместе там будете страдать вовеки навсегда. Бог этого не хочет. Поэтому, друзья, мы должны правильно поступать в Доме Божьем. И весь народ скажет аминь. Итак, друзья, есть духовные заболевания. Вы знаете, есть духовные симптомы. Как узнать? Вы знаете, вам, пастырям, вам, служителям, послушайте, я сегодня говорю очень важную вещь. Я молился: Боже, о чем говорить? И Дух Божий сказал: скажи это слово. Потому что здесь будут лидеры, здесь будут пастыря. Возможно, у них еще маленькие церкви. Им нужно будет решать эти вопросы перед Господом. Поэтому это слово сегодня для вас. Послушайте внимательно. Есть духовные заболевания. Есть симптомы, признаки болезни. Знаете, когда человек приходит к доктору: доктор, вы знаете, чихает, признак, что у него простуда, аминь. У него простуда, конечно, мы только видим внешний образ, но нам рентген покажет, возможно, там уже бронхит, возможно, уже проблема с легкими, мы не знаем, но вы знаете, есть признаки чихания и так дальше, или у человека глаза слезятся, или какие-то вещи еще, то есть по этим признакам доктор, вы знаете, беря, знаете, тест берет, крови, мочи и так дальше, и в общей лаборатории даются анализы, что необходимо этому человеку. Вот такими, знаете, я в жизни встречал людей, когда мужичок занимался грехами, когда каждый день он менял женщин, тогда же, знаете, он блудник от костей до ног. И знаете, он пришел в церковь, ему было, ну, для того, чтобы набраться смелости, он выпил слегка порядочно и приходит в церковь, и тогда же, знаете, вроде для храбрости, пришел и не там где-то сел, знаете, а где-то сел это место. И пастор вроде смотрит: ага, понятно, все, диагноз, ага, пьяница. Во имя Христа, дух пьянства, выйди вон! А дьявол говорит: горшки перебил. Не туда стреляешь, парень. Ну как? Я же нюхаю. Не живи 5 органами чувств, аминь. Если ты имеешь ведение, входи, жена Иеровоама переодета. И я вижу тебя, Симеон, исполненный лжечь и в узах неправды. Он имел откровение. Поэтому очень важно, друзья, поставить правильный духовный анализ. Мы бьем это маленькое беса, вы знаете, пьянство, а там без блуда или разврата внутри. Поэтому мы должны поставить правильную оценку. Вы должны иметь дух откровения и ведения. В этот момент это помазание. Вы получили свидетельство от Духа. Он говорит: слушайте, вот здесь такое, знаете, чувство навыка, приученный к различению добра и зла. Я просто знаю, если ты помазанный Божий человек, Бог тебе дает откровение. Обязательно, без откровения свыше народ не обузан. Бог своим слугам дает дух ведения и откровения. Чувство навыка, приученный к различению добра и зла. И поэтому мы можем правильно поставить оценку. Поэтому, друзья, в этом плане я бы хотел, чтобы мы были особенны предельно. Итак, есть несколько
таких распространенных духовных заболеваний. Послушай внимательно, я подхожу к кульминационному моменту, то есть к концу. Итак, послушайте, первое, это вы знаете, мы с вами смотрим отравление. Есть когда человек отравление. Вы знаете, я не хочу вам медицинские термины говорить, вы прекрасно знаете, это рвоты, это головокружение, это человек потеря сил, но есть духовные вещи. Послушай внимательно, что написано. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающими ими. Итак, послушайте внимательно. В последнее время, я хочу сказать, много будет людей отравленных. Когда они насмотрелись всяких, вы знаете, нехороших книг. Поймите правильно, я не против книг. Я знаю, есть прекрасные благословенные учителя. Но, послушай внимательно, почему-то Давид однажды сказал, вымыслы человеческие я что? А закон твой, Господи, что? Почему ты сказал, Давид? А потому что он сказал, потому что только вот это Писание одно, которое имеет название Библия, все Писание, вот это Бога что? Духновенно. То есть это слово пропитано Божьим Духом. Поэтому Иисус говорит, знаете, секрет, в чем мои силы? Слова, которые я вам говорю, суть Дух и жизнь. Поэтому, знаете, очень важно, когда мы проповедуем Евангелие из Библии, когда мы приводим библейские местописания или примеры жизни, приходит дух и жизнь. Но когда я проповедую вам другие книжки, да, вот такого человека, а, знаете, это книжка для ума, для фантазии, но она не Бога духновенна. Вы знаете, автором Дух Святой не был. Это был я человек. Я мог что-то прибавить, что-то убавить. Поэтому Давид понимал, говорит, слушай, Господь, это хитро сплетенная басня. Там 99% моют правды и 10% или 5% лжи. И она так хитро сплетена, поэтому ты же, Господь, я столько начитался, я столько знаю, я прочитал и этого, и Бенихина, и Бонки, и другого человека. Прочитал, Господь, 40 книг. Почему у меня такая голова большая, а маленькие руки веры? Как карлик хожу, Господь. Почему ничего не получаю? Почему? А Боже, да потому что все Писание, вот это, Бога Дух, на это есть все божественные витамины, A, B, C, D. Отсюда приходят витамины, а там для ума, для фантазии и так дальше. Поэтому, знаете, не подражайте, я не против, прочитай книжку, но не ставь акцент. Вот так он поступал, и я пойду, иди, на швабру наступишь и так дальше. Не будем, как лошадки несмысленные, весь народ скажет. Аминь. Поэтому читай, черпай воду отсюда, копай и углубляйся в Библию. Я люблю Библию. Знаете, я люблю, когда спим, и под подушку у меня Библия. Аминь. Это очень важно. Проснись лучше, читай. И последнее по этому плану. Насколько я люблю Иисуса, настолько я люблю Библию. Аминь. Я могу сегодня распыляться, я люблю Иисуса. Но если я Библию не читаю, она где-то лежит, я лжец. Иисус сказал, если вы меня любите, как доказать, что я люблю Иисуса? Что делаете? Исполните мое слово. А как его исполнять? Буду читать, буду знать волю Божию. Аминь. Если я не читаю слово Божие, оно лежит, я лжец. Я не люблю Иисуса, насколько оно должно быть. Поэтому, друзья, первое, духовная трава. Я встречал людей, когда, вы знаете, начинаю с ним говорить, он как тростник. Вы знаете, как Иса сказал, они пьяны, но не от вина. Они шатаются, но не от секиры. Господь, а чего же человек шатается, как перекати поле? В чем дело? А потому что, вы знаете, он отравы, учениями различными, чуждыми. Что? Не увлекайтесь. Когда мы начитали всяких учениях, вы знаете, все, наша голова бурлит, вы знаете, нас шатает, мы падаем, мы спотыкаемся. И человек такой слабой веры, вы знаете, с ним начинаешь говорить, слушай, это так, да, я читал этого, он так сказал, он так, да мне не важно, что сказал тот или другой, важно, что говорит Господь и что говорит Дух Святой, аминь. Очень важно, для нас авторитет, извините, не Папа Римский, а сам живой Господь, и весь народ скажет аминь. Вы знаете, вот он, ему можно подражать, на него полагаться, его источник есть Слово Божие. Но когда, вы знаете, мы читаем другие вещи, когда мы насмотрели всяких фильмов, всяких каких-то нехороших вещей, вы знаете, нас шатает, нас заносит. И я встречался с человеком, вы знаете, смотрю, то кается, то грешит, то кается. Начинаю говорить, в чем дело, исследовать. Я смотрю, да он Библию совсем не читает. Вы знаете, он начитался таких Ромео, Джульетта, Муму и так дальше, всем это взять религиозных вещей, такая голова заносит то направо, налево. Откуда вера, ребята? Вера от слышания, слышания от Слова Божия. Весь народ скажет аминь. Хочешь иметь сильную веру? Читай Слово Божие. Читай Слово Божие. Оно все Писание Бога вдохновенно и полезно для наставления, для назидания, для исправления. Весь люди скажут аминь. Аллилуйя. К этому призвал нас Господь. Поэтому послушай, дорогой. Мой друг, если все эти книжки есть, просто сдай в церковную библиотеку. Не морочь себе голову. Зачем они тебе нужны? Просто начни
читать Библию. У меня много книг, но не лежат с мертвым сном. Чтобы не бить человека, пастор, вот я написал книжку, давай, после жить это дальше. Вы знаете, ко мне приходят, а что нужно? Пастор, мне нужно, дай мне книжку хорошую. Дам, конечно, хорошую. Пожалуйста, вторую Библию тебе, рассчитай, и так дальше. Зачем грузить голову людей? Я его научу, он будет калека духовный, и так дальше. Амин? Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Господь жив. Поэтому, пастора, пожалуйста, поступайте в Доме Божьем. К вам придут многие люди, большие или малые. Давайте им не траву, не суррогат. Не давайте им какие-то витамины, которые их там попкорн. Там ничего нету, да. И такая голова, такой человек расширенный ходит, а силы никакой нету. Нету Божьих витаминов. Аминь. Давайте Слово Божие. Давайте Библию. Давайте молитву ему. Давайте наставление правильной веры. Потому что все Писание Бога вдохновенно. Аллилуйя. Слава Богу. Второй опасный диагноз или опасная болезнь, которая сегодня плывет по этой земле. Вы знаете, друзья, это мы, когда с вами смотрим, там написано, что Христос сказал: Петр, Петр, я молился тебе, чтобы вера твоя не оскудела. Вы знаете, к большому сожалению, у некоторых людей оскудевает вера. Да не только вера оскудевает, знаете, но бывает оскудевает даже разум. Почему? А потому что написано, что учение различными чуждыми не увлекайся. И в другом месте написано, что всякие родословия о законе удаляйся. Почему? Потому что это происходит с людьми поврежденного. Поэтому, знаете, вот такие люди приходят, больные на голову. Дай мне, покажи мне чудо, дай мне это. Ты познаешь, где их лечить. Поэтому это люди с таким диагнозом. Поэтому очень просто-напросто не трать свое время. Скажи, вот тебе источник, вот тебе молитва. Будешь делать, дело нет. К миру призвал нас Господь. Баба и так дальше. Поэтому очень правильно, друзья, просто поступать правильно. Не грузите себя. Моя Библия говорит, вот таких людей после первого и второго вразумления что делать? Они вам на голову себя ответственность не сделают. Если ты скажешь, слушай, извини, пожалуйста, больше ко мне в дом не приди, доколе ты не покаяйся, доколе ты не будешь делать. Иногда страх нас спасать. Это переживание скажу. У меня был с одним человеком разговор. Вы знаете, я ему говорю, слушай, он там на жену нападает, и так дальше начинает наседать. Я ему сказал, не делай этого, не греши, полюби, по-пастырски. Слушай, не надо, пожалуйста, и так дальше. Раз, сказал, два, святой, сказал, не работает. Он достал меня уже. Достал. Я пришел, я просто взмолился, сказал, во имя Христа, отныне нападут на тебя нечто. Расстройся желудок. Я ему так и сказал пророчески в жизнь. Не прошло 3 дня, прибегает, пастырь, помолись за меня. Что, пронесло меня. Нормально. Страдающий плотью перестает грешить. Амин. Аллилуйя. И весь рода скажет аминь. Это факт. Моя жена не даст соврать. Это было. Поэтому, друзья, ну это как исключение. Это как исключение. Когда тебя уже достанут сильно, просто скажи ее слово. Понимаете? Вот тот просто меч Господа или тот бич Божий. Поэтому, друзья, Бог вам, лидерам, дал власть. Дал власть поступать в Доме Господнем. Не давайте, чтобы кто-то на вас садился. Чтобы кто-то вас управлял. Нет. Вы знаете, мы служим людям. И мы должны поступать согласно 2 вещей. Первое – это профилактика, где мы вразумляем, учим, наставляем, исправляем. Второе – кто не покоряется вот этим вещам, вы знаете, мы делаем операцию. Да, мы человеком отключаем. Я его не приветствую. Не потому, что я брезгую им, а потому, что я не участвую в ее делах. И слушай, извини, пожалуйста, я тебя приветствовать не буду. Ты живешь в грехе, в пьянстве, в блуде, в разврате. Я тебя приветствовать не буду, доколе ты не покаяешься, доколе ты сотворишь достойный плод покаяния. Аминь. Вот такие, друзья, мы должны поступать. Поэтому, лидеры, если вы будете малодушествовать, вы знаете, малодушные будут жалить змеи. Будут приходить проблемы, ужасы. Поэтому Иисус, Он смотрит на нас. Он говорит, слушай, у тебя, служитель, все хорошо. Ты помазанный, горячий, благословенный, но я имею нечто против тебя. Почему ты попускаешь жене Изевели, называющей себя пророчицей крутой, вучить и водить в заблуждение? Я знаю твой труд, переживания, но вот одно имею. Почему ты ей не запретил? Почему ты не поставил ее на место и так дальше? Да, я не против. Женщина нормально, но ты не забывай, что у тебя есть муж, и ты замужем. На тобой есть еще старший пастор, поэтому не выходи сама, не решай вопросы, а беспрекословно меньше благословляется что? Большим. Вы знаете, я уважаю Сергея Юрьевича, он мой старший пастор, епископ. И если что-то, я прихожу, пожалуйста, благослови пастор. Если у меня даст пропытать, я буду. Если скажет, не будешь, я сяду, буду смиряться. Я уважаю пастора. Когда он приедет ко мне в гости, я с удовольствием благословлю и так дальше. То есть у нас хорошие, прекрасные Божьи отношения. Мы должны, написано, кому честь, тому что? Честь. Кому обрак, тому обрак. Знаете, в почтительности и друг друга что?
предупреждайте. Мы служители, мы не имеем права раздирать одежды, мы не имеем права обличать друг друга. Мы как служители это дело в подчинении. Поэтому, пожалуйста, когда вы на народе, никогда вы, знаете, не снимайте с себя эти вещи, там начинайте строгать. Я просто сегодня как пастор один из наименьших немножко вам говорю так, чтобы, знаете, кого-то разбудить, кого-то привести в правильное движение, кому-то мой шок, просто показать, как должно поступать в Доме Божьем. Но когда мы говорим вместе, когда среди людей, вы знаете, мы не имеем права обламывать, обличать, грубо говорить, нет. Написано: в почтительности друг друга предупреждайте. Но есть и среди нас развратники, блудники, которые, вы знаете, и пришли в церковь. Вы знаете, я часто говорю, вы скажете: кто ты такой? Мы пастора. Знаете, и пастора для чего поставлены в церкви? Для того, чтобы с волков снимать, знаете что? Шкуры. Вот для этого и пастыря. Не просто для пастыря, это половая тряпка. Знаете, Бог дал уполномочию пастырю. Вразумляйте бесчинных, останавливайте, вразумляйте. И если даже придет время, когда лжеучитель придет, апостол Павел сказал: будет слеп до времени и не увидит света. И что написано? Напала тьма до времени. Поэтому Бог нам дал власть. И поэтому, когда мы эту власть не употребляем, когда, вы знаете, мы не стоим, когда, вы знаете, мы не проявляем Божью силу и Божий порядок в церкви, вы знаете, приходят лисы и лисенята, которые такой фейерверк закручивают, что буквально, знаете, приходится долгое время раскручивать или делать эти вещи. Итак, пожалуйста, я подхожу к концу, друзья. Значит, очень важно, последнее. Вы знаете, есть духовный сон, о котором сказал Давид: Господи, я прошу, я молюсь, да не усну я сном каким? Смертным. Церковь в последнее время должна быть без пятна и порока и чего-либо подобного. Итак, духовный сон. Вы знаете, когда человек охладевает, когда перестает духом пламенеть, Богу служить и так дальше. Вы знаете, когда действительно все нормально, я богат, разбогател, я ни в чем больше не имею нужду. Вы знаете, это симптомы духовного сна. Поэтому послушай внимательно, что Бог говорит. Он говорит: слушай, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Поэтому три опасных сегодня диагноза, они, вы знаете, проходят по всем церквям. Первое, это, вы знаете, духовное отравление. Второе, это, вы знаете, изнемождение. Когда у человека слаба вера, вы знаете, когда он много говорит, но вера его такая слаба, и поэтому дьявол, вы знаете, он терроризует человека. Но написано: противостань дьяволу какую? Твердой верою. И он убегит. Поэтому вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Начните, у кого мало, слабая вера, начните питаться отсюда, с этого источника. Много питайтесь, много ешьте, и вы увидите, как вы вырастете, и ваша вера будет как скала, как сильно, мощно, аллилуйя. И вы будете действительно герои веры в последнее время, и попадете на страницу, вы знаете, истории всего христианства. Бог к этому нас призвал. Последнее, друзья, очень важно. Вы знаете, апостол Павел говорит: итак, значит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Итак, есть две вещи. Первое – это Бога. Он благой Бог. Он добрый Бог. Это благодать Божия. Есть строгость Божия. Вы знаете, поэтому Бог говорит: слушай, вначале ты проявляй, вы знаете, и милость, и благость. Мы должны, знаете, не однобоко. Вы знаете, в некоторые церкви приходишь, там тебя калечат буквально, знаете, и так дадут, и ты такой приходишь: Господи, куда я попал? В другую приходишь, знаете, там все нормально, мы всех любим. Пожалуйста, приходите все, и блудники. Я понимаю, когда действительно блудник пришел, ему нужно покаяться, но кто, называясь братом, и замаскировался так в церкви, ага, приходит там, сестричку видит, вы знаете, мы немножко у себя поступаем пожестоки. Приходит масса на молодежь, пришли молодые такие ребята, крутые, навороченные, все, где, как, что, я говорю: ребята, куда вы пришли? Вы пришли не на бал, не на пир, это не ночной бар, это церковь Бога Живаго. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите покаяться, послушать Слово Божие, добро пожаловать, садитесь. Но если вы пришли там девочек, там снять там какие-то вещи, наркотики, ребята, извините, пристегнем вас и будете петь: от чего я веселый такой. Страдающий плотью перестает грешить. Вы не туда попали, а пастырь понял, ноги, несите меня быстро и так дальше. Все правильно, а для чего пастух в церкви? Чтобы спать и так дальше, жез и посох, аминь. Поэтому для волков, для всех нехороших людей, которые приносят, принести раздор, вы знаете, она грозна, как полки со знаменами. Аминь. А для каждого человека, кто жаждет покаяться, кто нуждается в помощи, благословении, мы готовы молиться, поститься, преображать его в образ Господа, чтобы царство было распространено. Аминь. Поэтому, друзья, очень важно, это благость Божия. Когда действительно человек пришел, мы за него молимся, мы за него постимся, мы за него, его мажем елеем во имя Господа. Это благость Божия. Но есть и строгость. Когда, вы знаете, строгость, которая называется братом, остается нечестивым, прелюбодеем, и такой же, который хочет навредить, с тем надо принимать строгость Божия.
Итак, друзья, аптечка. Вы знаете, что аптечка здесь есть? В аптечке здесь есть все необходимое. Здесь есть зеленка или йод, здесь есть бинты, здесь есть обезболивающие, знаете, здесь есть капли от насморка. То есть в этой аптечке она укомплектована. И поэтому, когда водитель садится в машину, вы знаете, и инспектор дорожного движения проверяет, вы знаете, он, все, у тебя все нормально, парень, езжай. Ты себя поможешь другим. Поэтому, друзья, аптечка все есть. Но сегодня давайте посмотрим, у нас, у каждого, братья, у вас есть аптечка. Это есть Слово Божие. И давайте посмотрим, что написано. Вы знаете, написано все, все Писание Бога вдохновенно. И мудрый Соломон сказал, что это будет здравием для всего, что? Тела твоего. Поэтому, когда к вам приходят больные, не старайтесь искать энциклопедию, а слова ожогова или, допустим, другого, а что-то, да вам не надо, это не богодухновенно, это ума от фантазии. У вас есть новая аптечка, это из Библии. Аминь. Там есть большие рецепты. И поэтому, друзья, любой человек, который пришел, человек израненный, больной, вы знаете, написано, утешайте друг друга чем? Носовыми платками? Утешайте друг друга всеми словами. Наговори, крепись, брат, Бог на твоей стороне. Он не даст тебе испытания сверхсилы. Он поможет тебе. Он сказал, не оставлю, не покину. Это будут бинты утешения. Аллилуйя. Это будут бинты утешения, когда изранены, искалечены судьбою, под дьяволом и его проклятием приходят люди к вам. Начните перевязывать раны бинтами утешения. Крепись, мужайся, брат, сестра. Бог не даст быть тебе искушаемых сверхсилы. Даст обличение так, что ты, я и всякий призывающий имя Господне принесет и устоит, и весь народ скажет аминь. Аллилуйя. Вот эти бинты. Он здесь есть. Вы знаете, есть кровь Христа Иисуса, которая омывает от всякого греха. И Бог говорит, иди вперед, не греши. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, есть много божественных вещей, которые есть в этой аптечке. И ты должен. Здесь есть и вино. Вы знаете, здесь есть и Божий елей. И ты имеешь полное право совершать полное исцеление над духом, душой и телом. Вам, служителям, вам, лидерам, Бог подарил вот это слово. И последнее. Послушай внимательно. Написано, друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Аллилуйя. Сегодня, вы знаете, мы собрались здесь все вместе. И поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня просто поняли, Господь, мы братья. И поэтому, знаете, некогда два человека сказали, слушай, если враги тебя будут одолевать, ты ко мне придешь. Если я приду, мы будем вместе стоять за города Бога нашего. Аминь. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы сегодня мы совершили молитву. И если, знаете, мы употребляли какие-то другие методы, я не знаю, может, баба Клава тебя научила, или там какой-то другой человек, Василий Васильевич, научил тебя вещами, давай там порошочка посыпем, давай там молитву «Отче наш» 3-4 раза прошептим. Я не знаю откуда. Вы знаете, Дух Божий меня не учит этому. Но я верю всему, что написано. Аминь. Призови имя Господа. Имя Господа, как крепко башня. Бегает праведник и безопасен. Вы знаете, кровь Христа Иисуса. Когда мы исповедуем грех наш, когда мы каемся, отрекаемся, кровь Христа Иисуса омывает нас от всякого греха. Ты веришь в это? Аминь. Поэтому здесь достаточно Божьих великих медикаментов, которые освобождают, исцеляют и выпускают из мучек на свободу. Поэтому сегодня, сколько мне было время, я хотел разжевать и просто вложить в ваш ум, в твое сердце вот это Слово Божие, чтобы если кто-то замедлит, ты знал, послушай, лидер, пастор, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Пусть Господь благословит. Давайте встанем ноги и совершим эту молитву. Господь, мы просто благодарим Тебя за прекрасное время быть в Доме Господнем. Я благодарю Тебя, я величаю, я провозглашаю Твое царство, Твою власть и премудрость. Господи, вот мы сегодня, Ты собрал служителей, Твоих помазанных лидеров, и мы вместе здесь сегодня, Господь, чтобы послужить Слово Божие. И я благодарю Тебя, что мы когда команда, Господь. О, как действительно, Господь, служителя Твоей правды и силы. И мы действительно хотим, чтобы дела дьявола были разрушены. Боже, мы хотим правильно поступать в Доме Божьем. Прости нас за малодушие, где мы неправильно употребляли Твою методику. О, где мы филонили, где мы просто были дезертирами, где просто мы уходили подобно тому левиту или священнику от реальной ситуации, от нужды человека. Прости нас, Господь. Мы возвращаемся на круги свои. Мы просто обещаем Тебе, мы не будем снова уходить. Мы будем делать то, что написано, Господь. И мы благодарим Тебя за все аргументы, которые Ты нам привел через Слово Божие, Господь. Ты дал нам аптечку. Это и Слово Божие. И мы пойдем, и мы будем любить друг друга во всякое время. И будем являться как братья, Господь, друг друга во время несчастья. Мы будем помогать друг другу, перевязывать раны больным, врачевать людей и приводить их к Иисусу. И ты говоришь, приходящего ко мне, я не изгоню вон. Аллилуйя, слава тебе! Просто благодарим тебя за свет помазания, за силу Святого Духа. Да будешь ты прославлен, да будешь ты возвеличен. И всю славу воздаю тебе, Отцу и Сыну, и Святому Духу весь народ скажет аминь, аминь. Аллилуйя, воздай славу Господу. Он достоин.